Ну что, други мои, вот уже как, не знаю, несколько часов мы находимся в Йошкар-Оле. Йошкар-Ола это как? Красный город. Это Красный город. Республика Мариэл. Республика Мариэл. Привезли нас сейчас на набережную, которая называется Брюгге. То есть мы сейчас в Брюгге. Фактически вспоминаем Бельгию. Но на самом деле, вот глядя на эту набережную Брюгге, пока вспоминается только Москва. Я сейчас объясню, почему. Вдруг мы увидели вот там вдалеке Спасскую башню, собор Василия Блаженного. Здесь какие-то, ну я не знаю, нет, здесь, конечно, это на Москву не похоже, потому что это на мечети больше похоже. Вот. Но вообще, когда мы ехали, прямо набережная была похожа на Кремль. Вот тем более сам стена Кремля, вот прямо впереди, зубцы и все такое. Ну, сейчас будем искать ту самую набережную, которая именно Брюгге, то есть которая похожа на Бельгию. Какая интересная набережная. По ней даже приятно прогуляться. Никого, главное, нет. Прикольно. Можно идти прямо по берегу. Вон лошади едет, видишь, впереди? Ослик. На нем на ослике Иисус. А за ним он следом, да, вижу. Хочу на православный курс. Так вот доценты гуляют у нас.